сегодня у нас с вами необычный вечер, посвященный памяти женщины-легендарной, музыканты высочайшего уровня, Харьковчанки, которая жила в этом городе, приходила часто в эту школу, выбрала свою профессию музыку, играла на рояле, добилась выдающейся результатов своей деятельности. И чем она занималась? Мы сегодня поминаем Марию Лещенко. И, конечно, я был просто счастливый как человек, что я ее знал лично много-много десятилетий. Это было счастье и удача в жизни. И у нас уже как бы есть традиция проведения этого вечера. Она хорошая, она необычная. Мы сейчас послушаем ее исполнение. Люди Рахманова, да? Не так сказали. Семинор или Миминор? Семинор. Слушаем благоговением и благодарностью.
Оксани Дніщенко. У концерті беруть участь учні Харківської середньої спеціалізованої музичної школи та Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Моцарт, соната до мінор, частина перша, виконує Дар'я Санікова, клас Олесі Закликівської. Thank you.
Сергій Прокоп'єв, вальс виконує Мішель Костенко, клас викладача Марини Дрембович.
Сергій Рахманінов, етюд картина «Ніби моль мажор», виконує Валерія Матора, клас викладача Наталія Власа.
вчениця нашої школи, яка закінчила школу за класом Олени Колєснікової 10 років тому, а нині відома піаністка, концертуюча піаністка Ксенія Махненко. Thank you.
Я
Thank you.
Микола Мендер, Казка Реміно, виконує Ніна Герасименко, клас заслужений артист України Анна Сахалко. Thank you.
тільки для мінор. Виконує Маргарита Ушакова, клас заслуженого діяча мистецтв України, професора Наталії Грейської.
сезон «Серйозні варіації» виконує Сергій Казанцев, клас народної артистки України професора Тетяни Меркіної.
Дорогие друзья и гости нашего концерта, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел. Я хочу поблагодарить тех людей, которые дают нам возможность проводить эти концерты. Народную артистку Украины, ректора Харьковского университета искусств, профессора Татьяну Борисовну Левкину, заслуженного деятеля искусств, директора Харьковской музыкальной специальной школы-интернат, профессора Валерия Николаевича Алтухова. Я хочу поблагодарить всех участников концерта и всех их преподавателей. А сейчас я хочу вручить стипендии за первое полугодие 2019-2020 учебного года. Ну не может же он там оставаться.